Ну что, продолжаем мы наш сегодняшний стрим. У нас третья игра. С вами по-прежнему Starladder TV, у микрофона Нерзул и меня мой товарищ сакастер, временный сакастер, покинул и присоединился новый. Еще один игрок команды Silence, точнее ее капитан. Максим, здравствуйте. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Ну что, у нас, да, вот, короче, сегодня у нас веселые стримы. Сакастеров меняю как перчатки. Вот. Ну что, у нас Wicked Cup номер 454. Третий раунд, 1-4. И встречаются команды Wizards и команда From God. Ну давайте к пикам. Давайте к пикам перейдем. Что у нас по пикам? По банам. В бане от команды From God, Tinker, Pac, Zeus. Ну, в общем, всех мидеров забанили, по-моему, метовых. И Doom. От команды Wizards. Сларк, Инвокер, Воид и Вивер. Ну и два пика, Бестмастер, Дич Доктор и Визардс отвечают Дизраптором и Леоном. Но пока тяжело что-то говорить. Сейчас может быть какой-то джиггернаут? Нет, Свен. Свен. Прилетел Свен. Ну, посмотрим. Сейчас мы в прошлой игре видели просто нереальный камбэк от команды Wizards. Они реально вначале наделали много ошибок, потом поменялись ролями с командой Zara Gaming же, да, вы так Да. да. Там И они Zvezda вышел. воспользовались их ошибками и нарастили преимущество. Причем преимущество стояло в 10 тысяч. Не в пользу команды Wizards. Такое было. Но в итоге с отрицательным счетом все равно они даже умудрились выиграть. Там был чуть ли не размен тронами. Ну и третий пик. Что это будет, в принципе, сейчас вот будет многое понятно. Всех, по-моему, Ну, мидеров Сларка забанили. забанили. Да, лайфстиллер. С Леоном очень хорошо зайдет. Но нужен какой-то ему инициатор, чтобы он где-то как-то эффективно реализовывал инфест, бомбу свою. Ну, Сларка можно и с забанили. Леоном через блинк и все. Ну, Леону долго фармить. Бля, должен в начале, минуте на 10 уже. Кому-то вырезать, кому-то лицо ломать. Пак подойдет, в принципе. Пак забанен. Все мидеры, игры перебанены. Зевс, А, забанен. Пак, Инкер. Ну, Снарк. Блин, с кем же мы вязали-то его? Шторм. Ну, что вообще не в мете? Он слишком испорченный. Особенно на ранних стадиях. Он там метр пролетел, все, маны нет. Шторма в кэрри сейчас часто используют. Так-то. Что-то я не видел вообще, вот сколько сейчас идет. Дримлига. Я видел Медузу, которая столько каток проиграла и всего одну выиграла. Но это была очень быстрая Медуза через барабаны и замакшенную змейку. Она там ходила, колупала всех. Это разор в мид. Интересно, интересно, чем Зря от... взяли мид, можно было саппорт отобрать. Ну, вообще, да, можно было мид сейчас Хотя, в оставить. принципе, это может быть Свен саппорт. Все возможно. Ну, по-моему, с Witch Доктором они как-то не очень сочетаются. И Магнус, ну вот, да, вот, нашли кого. Магнус... Сейчас Плохо. стоит забанить Эмбер Спирита, наверное, но его можно законтрить террором. Куда Эмбер ставить? Магнус может пойти что хард, что мид, так что такое. Не, ну в принципе можно. В принципе можно, но по-моему его здесь будет Это бисмастер они хорошо думают, что это контролировать. медовый Магнус. Да то, Но что ты думаешь, что это медовый это Магнус? хард Магнус, потому что ближненько против Разора брать мид, чтобы тот статиком высасывал урон.
Но Магнус хорошо откидывается шоквейвом, это его плюс. Мне кажется, все-таки это Март. Ой, Харт Магнус. Ну, сейчас увидим, сейчас увидим. Вот сейчас будет пик, и мы увидим, Харт это или нет. Или просто возьмут Хардовика. А какого? Кого, допустим, можно взять на Харт? Там Эрспиди-то какого-то, но он тут как-то так себе смотрится. Забанили аппарата, забанили Феникса, ну вот, но боялись, что Феникс пойдет в Харт, что он сделает там много грязи. Да, да, хороший бан, в принципе, он с Веном будет очень неприятно делать, и Разору. Да, это Магнус Хартс. Ром Рики. Рики! Рики! Мы увидим Рики Мару! Боже мой. Такие вот дела. Так, господа офицеры, буквально секунду. Опа, а чё, все дисконнектнулись? Даже у меня вылетело. Так что там у нас не стартанула игра? А. Стоит пауза. Гоу. Прошу. Странно на Рике покупать смока. Так, сейчас, подожди секунду. Ну, тут... Там сейчас совпадение FPS, это и нормально. Так, то возвращаемся мы в игру. Что у нас здесь? Мне интересно, Рики, предназначение Рики в этой игре. Замена БХ такая дешевая какая-то. Так, прожали смок в миду. Но почему-то они разделяются. Если не хотят сделать ФБ, то нужно идти вместе. Ну, интересный какой-то заход. Тут просто стерегу туда вот мид. Сейчас вот... Рики просветит всю движуху, и они не стянутся все туда, если не захотят. Да, Рики просто пошел на разведку. Вот Магнус, интересно, увидел его сейчас? Есть один в центре дизраптора, но... Думаю, да, что... Итак, сейчас зайдут в спину. Так, зашел. Разор вытягивает дэмэдж. Сейчас этот минус лайфстиль. Скорее всего, сейчас будет. Да, дэмэдж высыли. Пуля, рейдж проюзывает. И минус. Это минус. Очень поздно вкачал рейдж. Поздно. Он вкачал, да. Он не понял вообще, что происходит. Он поздно. Качал рейдж и ФБ. Ну, небольшой буст для Разора даже. Да. Но мне интересно очень, что будет делать Рики. Я не видел очень давно Рики на просцене. Я не могу вообще сказать, что он будет делать. Но идея, могу предположить, что он просто тупо будет сейчас вот с этим орпом Веновым тупо бегать, просто саппортов резать. Странно, что поставили так вот тут вард почему-то. А куда ты хотел бы его поставить? На топ руну надо было. На боте же есть один. Там банится так, правда. Но... Ну вообще да, что там этот вард делает. Да, ну понятно. Рики, я буду смотреть эту игру от лица Рики, короче. Проигрывает Разор пока по крипстату, но у него меньше демеджа. Ну он сейчас свой отыграет, он сейчас так вот пошел, вот все. То у него теперь хорошо будет. Вэр второй уровень, она еще ничего не вкачала. Uh-huh.
Ну, интересный будет мид. На топе у нас здесь Магнус. Будет. Тяжело ему здесь будет. Так, Мледик пошел, а почему не стал давать свой инстан? Ну, не, не хватило, ладно. Смотрим за Рики. Рики. Видят Рики. Стенка есть, но, по-моему, все понял. Спалился на вардах он уже. Ну так как, вот и все, пока вот и все, посмотри. Свои варды и все, Рикки у нас отъезжает. Он может сейчас, нет, на краю. Смотри, что мне Вижена. С ВК пишет. Так, прошу прощения за лаги. Ну, смотри, вот Рики, вот он первого левела, что он будет на карте делать? Хотя бы начинал стакать для Свена уж. Ну, для стака, я не понимаю, это, блин, чё, как, машина для стаков, что ли, или что? Да. То есть ты, по сути, играешь сейчас вчетвером, да? Вот так получается, что на топе Свен фармит, так получается, что на боте Бисмастер там сейчас получает какую-то экспу. Разор в более-менее стоит в миду. А если пойдет агрессия, что будет делать Рики? Рики первого левела, он сейчас идет на топ. Что он будет здесь делать? Стилить эксп у триплы. Ну, у даблы, сейчас он встанет в триплу, будет делить пу на троих. У него не получится загнобить Магнуса. Смотри, вот, ну хорошо, он сейчас делает тычку. Это не БХ, это далеко не БХ. Ну, давай. Ну, у него есть мана на скювер и... Да. И? Лучше пошли сапа стакал тогда уж. Эти бессмысленные выходы, они ни к чему не приводят. У Рики, короче, челлендж. Получить второй левел до 6 минуты. Смотрим. Просто он ему ничего не сносит. Под 30 урона. Я просто не понимаю, что делает этот Рики на карте. Боже, что... По-моему, чувак, который играет на нем, он говорит, боже, что мне делать на этом персонаже? Как им играть-то вообще? Так, блин, он сейчас челлендж выполнит. Зря Свен вкачал сплэш. Лучше поставил. Но потом... Да, непонятное решение. Пушит линию. Просто пушит линию, оставляет Магнусу. Еще раз его вкачал, ну ладно. Бисмастер, Бисмастеру проблемы, его убили. Съехал, да. Не показывает файт рекап. Получили 317 голды на команду. Ну, это пока не важно особо. Ну, Трики, получил второй левел, есть туча. И что? Надо было что тогда курицу, не знаю, ловить еще в самом начале. Я бы даже курицу не убил. Призы появляются у Найкса. И ПТ. Лучше бы убил доминатор сейчас. Так у него было раннее преимущество. Стаки ему еще пока не банили. Блин, я даже не знаю, что в этой игре комментирую. Просто творит покой. Пока все пассивно, да. Гуля будет делать барабаны. Смастер пятый несет себе Магнус Bottle of Heart. Только Магнусу непонятно тоже зачем. Ну, нормально. Если только ВР будет контрить руну на боте, а Магнус стоп, но у них же еще разор есть. И Рики, который на карте ничего не делает.
Ну, Рики пришел в мид, постилил Разора Экспу, постоял, скинул поставили тучу. Сентри. Поставили Сентри, он увидел, что здесь Сентри, у него бабок нету, он решил отсюда уйти. Он по-прежнему второй левел. Где уровни на карте? Подожди, где уровни? Уровни героя. Рики второй. Но это как бы не пап Рики, то есть... Даже в... Ну не, ну в папе то он, конечно, там какую-то пользу свою приносит. Там центри почти не покупают, да. Да, там центрики ты не поставил, и все, и Рики ходит там, тебе режет пятки. Мастер сейчас получит шестой. Будет ли он как-то реализовывать свой ульт? Может, надо попробовать в мид выйти, там, может... ВРК выигрывает мид у Розора почти. На топе, кстати, Маледикт, Магнус сейчас умрет, да. Наверное, или нет? Нет, ну, отпивается флаской. Ну, отпивается. Маледикт в один. Такое себе. Так, Рики идет на бот. Может убить Леона за рор, в принципе. Так, я тут маленько отвлекся. Что у нас? Где Рики? Рики, покажите мне Рики. Вот Рики, третий левел. Так, он пришел на бот. Так. Могут убить Леона, но... Не... Ну, будет... по-моему, на Икс не дадут, не даст Леона. Учитывая то, что бесмастеры, современные бесмастеры не качаются через топоры, то я думаю, что все-таки мало шансов Леона убить. Ну, Рики ушел, но он боти, ДД. Бард. Розор туда идет, но дизраптор ему не даст. Нет, дизраптор делает телепорт на топ и отменяет. И ломает ДД. Вот дизраптор уже принес пользу. Он хоть руну сломал. Сейчас просто... Нападение на бесмастера. Рор. Рор будет? Ну, рор будет, но такой путь. Гуля почему-то не кидал третий скилл на бесмастера, могли убить спокойно. Да, но в итоге бесмастера отпускают, отпивается флаской. Что-то непонятно происходит. Ферки топ-1 по крипстату. Я вообще не понимаю, что какая-то наркоманская игра. Свен купил себе Морбид Маск, но до доминатора еще... Это пачка. Спушить, похоже, хотят. Пушить линию. Но у него других вариантов не остается. Учитывая то, что он прокачал сплэш на 3. Гуля на бот. Ой, Гуля, блин. Рики в вражеском лесу. Сейчас собьет. Нет, не собьет Кларити, она уже закончилась. И не качает Найкс на шестом инфьюз бомбу, понимает, что ее реализовать не получится. Учитывая то, что сейчас в Эншента нельзя влезть на первом уровне прокачки. Барабаны купил, хорошая связка от Верки, но дэмэджа нету, шейка второго левела всего лишь и не рискует. Идти дальше, хотя если бы дала хороший, отдала бы хороший повершот, то возможно что-то получилось. Здесь смог. Мугнус. Есть седьмой уровень. Есть палец у Леона. Рики! Рики прыгнул! Все, спалил движуху! Разворачивается все на Рики третьего уровня. И сейчас... Нет. Нормально. Видел его? Магнус растоптал. Один шоквейв и... 1/4 хп. Разор может подставиться. Я не понимаю, зачем не доезжает с кивером. Дизраптор его хороший... Хорошая стенка. На этих филд. И убивают. Погиб Разор... Пока что-то совсем невнятное. Свен купил себе доминатор, где его крип? Да стыд, такие шальные! Дает дизраптор. Не попадает по реке. И он внизу. Пропустили, да. Да, убивается. Сапалец. На Эксон. Бесмастера. Слушай, по-моему, это пахнет совсем прям каким-то... ГГ прям сейчас. Ну, если бы Свен сразу же... С пятой минуты стакал бы себе эншентов, у него уже было преимущество по уровню и по голде, и
взял бы на себя раннюю Сию. У них минус герой, как бы просто тупо на карте нету персонажа, понимаешь? Он как бы в инвиз ушел. Уркимару и все, его просто нет. Вот стоит и все. Какой от него толк? Это, вот я помню, как БХ хейтили. На топе Магнус. Нет, нету маны. И 2 ТП сразу же. Надо догонять Свена. Зря он дал шоквейв, мог бы дать РП и помогли бы эти телепортом и... Нет, не глимс, хороший глимс всем. Это, скорее всего, минус Свен. Бегут тиммейты, тиммейты разворачивают этот ГДС, Магнус. Отличный РП. Не, ну убьют. Убьют, надо отсюда бежать, палка на гибалку ставится. Нету маны на Вендран, и она... Рики, нет, давай. Нет, Верка уходит. Хотя, если рубит мастера, я не убьют Верку. Верка погибает, Гуль и... пришел, рейдж прожал, деда бить, дед умирает. Нет, каска отлетает. Хорошо, уходит. Вич-доктор спасается бегством. Где Рики? Рики пятый левел. А Разорс в это время непонятно, что делал в миду. Почему у него нет ульты? Еще у него вард в стэше лежит. Поставил бы на бот руну тогда уж. Но... Нет, почему у него нет ульты? Ну... Думаю, скачать на 9, не знаю, 10-11 может. А не, а что у нас теперь? Что-то странные два варда в миду. Один здесь, другой тут. Ну, хотя это сейчас кончится. И ставится пауза. Гуля вылетел. Да, крашится у нас тут дотка, но она любит сегодня на самом деле. Даже меня выкидывала. Человека, который вообще никогда, по-моему, из лобби не вылетает. Почти армлет есть у Найкса. Что у Свена? Доминатор. Свена доминатор и 700 битов. Сверху. И ни одного настаканного. Нет, один стак есть. У визардов преимущество по голде где-то в 1800 примерно. Да, 1800, там 1600. По XP также. Но зато ведь доктор имеет 8 уровень, а Рики 5. Нормально, да, доктор саппорт 8 левела, но они в дабле стояли по сути. Ну, Рики руинит игру, то есть не сам игрок, а просто ну, персонаж на ну, на этой карте руинит игру. Три смерти и три помощи. Разор у нас будет делать мекку. У него есть только хедреска пока что. Но аквила у него выключена. Странно. Какие-то, ну, какая-то море ошибок, вот этих вот микро ошибок, просто реально куча. Аквила, непрокачанная ульта на 9 левеле у Разора. Вот сейчас вот... Вот сейчас вот получает просто ну, связку. Он сейчас и... может умереть. Нет, прожимает хасту, но если попадет по варшотам... Давай. Нет, Разор выиграл анимацию. Но он все равно напряг его. Он вынужден идти на базу. Покупает что? Соуринг на Рике. Зачем? Непонятно. Странные мувы. И игра года. Ну, топ тавера не отдают в любом случае. А, почти Майлстром в Верке. Остается рецепт. Здесь уже 3 стака энжентов. Но Свен пока их не хочет фармить. Четвертый ждет, наверное. Свен на 1100, но, блин, по-моему... Одного Свена не хватит. Здесь сейчас надо... поставили в центре, видят Рики и... Наорали на дизраптора и не будет от него. Статика будет, но без клетки и он просто... Как-то Магнус. Если бы не каска, он бы дал РП в землю. Ну такой себе размен. Дизраптор подороже будет все же Рики. Да, файт река. А не хотя файт река, да. С дизраптора дали больше. Да ну это Рики. Слили рор, слили палку в доктора, но откаты там недолгие. Свен включает ГДС, пытается пушить на боте тавер, но прилетает дизраптор и будет глимсовать. Нет. Здесь нет никого. Тут один разор всего лишь, да. Блин, что это за звуки? А нет, разор. А, прошу прощения, это у меня тут.
Так, стан дает дизраптора, и они убьют его на боте. Сейф ТП, но слишком поздно. И с нами иди, у нас вывезли Вич Доктора. Вич Доктор сейчас погибнет. Рики прыгает, тучку поставил, Магнус проблемы. Рики... Он просто сдуло. Ну и Бестмастер тоже в таверну. Минус 3. Зато Свен с Разором убили на боте вышку и дизраптора. Плохой размен, очень плохой. Еще и тавер отдали для Леона. Леон Даггер, 14 минута. Добрый вечер. Сейчас инфест-бомба будет готова. Как можно было отдать Леону Даггер на 14 минуте? Ну, Рики один крип и свой ринг, как бы, ну. Ноль импакта в игру, просто ноль. Да, ноль. Он 0.5, Рики 0.5, и как бы я даже... Покупается просто пачка центрей и все. И Рики useless. Я даже... Свен покупает себе ГОСТ, а нет, продает и покупает Блинк. Странно что-то. Они, наверное, рядом мискрик. Лежат. Да, они рядом лежат, он просто не скликнул. Не, смотри, я не понимаю просто, почему не... Если они хотели чувака, который будет гнобить, допустим, мид, допустим, или какую-нибудь там линию хотели, берите Бхан, нахрена вы берете этого Рики, которого никто не пикает? Да, вообще да. Не. Как им играть? Вот чувак сидит сейчас, то есть... Я не обвиняю там то, что он какой-то там лоу-скилл не там или что-то. Не, он просто сидит на этом рике и не понимает, что делает на этой карте. Боути Хантер был бы полезен со своими треками хотя бы. Да треки, ТОС. ТОС, этот, да. Джинада, там все есть. Да, инвиза вечного нет, но это такое себе. А это вот он бегает и все. Когда он начнет приносить пользу? Когда его туча будет реально приносить пользу? Сейчас у него есть ультимейт. Магнус почти имеет даггер с харды. В принципе, нормальный тайминг для хардового Магнуса, но нет, разорв не зацепит, и тиммейты далеко. Так, инфест-бомба, наорал Бестмастер на... В рейдж? Ну... Да. Бестмастер, и Бестмастер погибает. А если Глимс? Будет. Ну, такой Глимс, ну, думаю, погибнет. Да, палец. Зря дал палец. Не-не-не, нормально. Быстро убили, у Лайфстилера не было ничего. КД очень большое. Да, КД большое, но если бы у Найкса был... Слоу и был рейдж туда, а так у него ничего не было. Рики не дают ему килл сделать. Просто 198 голды с Рики. Да. Свен у нас делает стаки себе, но не фармит их. Зачем тогда он их себе делал, непонятно. С 11 минуты уже делает, ну там, эншентов, но... Гуля делает себе Сашу Яшу. Бестмастер еще до некров. Рецепт. Только 500 голды. Преимущество уже по голде более 4000. Я что-то забыл преимущество открыть. Прям так растет вверх. Смотри на эту. Дизраптор. Он просто нарисовал. На боте тавер, сейчас идут его ломать. Что у дизраптора есть? У меня по вардам... бюджетненько все. Что-то непонятное у тьмы. Зачем ставить вард в свой лес? Центри бы что-то поставили, не знаю. Них... Сейчас будет фармить свое Свен видение. Свои стаки. Что вот он, интересно, стоят сейчас купит? Стоят 4 героя на XP у Свена. Ну... Ну-ка, сколько они получают? Ну, у него есть как небогато. Саша и... Ну, если он ее купит, конечно. Может, он сейчас будет фаст БКБ для драки. ВРК покупает блинк. Слушай, вот мне интересно всегда. Вот никогда не понимал, почему... Прожимает смог. Смотри, почему у Рики на опыта 800 до 8 левела, а у Бестмастера 600 до 11. Ну, это патч какой-то сделали. Это такой конченый патч, что ли? Напали на Свена. И дает Свена пробить не мог. РП в одного Бестмастера. Отвозит двоих. И никого еще не убили. И умирает Бестмастер. Умирает просто вся команда. У Разора тычка большая сейчас. Размен не выходит. Ну, 3 в 2 размен. Вич Доктора дают стрик за лайфстилера. ВРК уходит на блинке. ТП есть, все, она уйдет. Но не очень хорошая драка. Рики обрел себе барабан из этого файта. 1700 получили они за замес.
А команда света получила 100 голды всего лишь. Они ушли в очень большой минус. Как-то Рики, драка Рики началась непонятно. И сейчас будет убивать ли он Рикки? Да. О чем палец? А, нету маны. Ну, нету маны. Очень дорогой палец. Зря. Надо было давать сразу палец, а не стан. Там должно было хватать урона. Ну, хотя... Мне ну, там да. Хватило бы чуть-чуть. 300... Мне осталось... ХП, не знаю, в районе 50 где-то бы осталось. ХП, и он бы не догнал его просто. У Розоруис Мека... Пошел, Найкс, пошел, замедляй. И, ну, не надо развернуться. Команда зачем? Еще далеко, Магнус РП, КД. Появятся барабаны, наконец-то, у Риги будет. Ну, если купить делать. Сейчас Владимир, будет, в принципе, полезно. Не знаю. У доктора есть поинтбустер нагоним. Слабенький Риги, все равно. Ну, какой-то по статам дохлый какой-то. Что это за 58 атаки? Что это... И сейчас будет убивать двойные стаки Эншента у тьмы. Рики! Рики пришел движуху висит, полить. Висит птичка. Видно сегодня птичку повел, ее стало видно. Стягиваются. Рики. Ну бы надо делать рору и быстро убивать здесь Найкса. Могут упасть на. Тучку! Ну и просто сливают тупо. А почему? Мастер рор не дает. Магнус дал. Ну вот дали рор, такой себе получилось РП, РП в одного, и тут каски хорошие, вард пошел, минус дизраптор, и еще сейчас. Ну, нет, 3 в 1. Не умрет, у нее есть виндран. Но Гуля может умереть, он слишком рискует, включая. Нормально, армлет и вперед. Все, это да, тимвайп. Да, тимвайп в одного дизраптора. И сейчас могут еще сломать Т2. Получают 2000 голды. Команда света, а тьмы уходит минус 1100 голды. И по XP получает 5300 за замес. Графики опять снова вверх тут сели. Свен тут мало чего сделает против РП. Тем более без БКБ. Ему тут мало чего светит просто. Верку он не сможет убить, если застанет, но все равно успеет прожать виндраны. У нее есть уже половина аганима. Гуля уже со Шияши готова. Что ли он хочет себе купить? Зачем он купил себе плейт? А, это, наверное, лотус. Это будет лотусор, да, сбрасывать. Не, просто его в основном варят сначала через персик. Ну, решил себе пожирнее, или он хочет быть, чтобы его не убивали всякие там Рики и Свены. С плашом просто. Берет ВРКДД, и они могут сейчас пойти на Т2. Ну хотя сейчас все будет готово, кроме палец Ливона еще кдшится минуту. Надо дать хороший РП, минимум двоих вывести и там разорвать людей. Нужно, чтобы Гуля залез Ливона и просто дал хекс, и все, избрили одного героя сразу же. 5 больше 4, так что сейчас Рики может подставиться. Не, ну тут один Ливон, он поставил вард, и Ливон его... Вард, да, был, но... Аннигилирует. И с мастера, кстати, ну совсем все плохо, у него 500 на 20 минут ничего нету. Да, гонимо верки, да, без мастера еще даже первых некров нету, 23 минута игры. К этому времени уже третьи должны быть готовы. Ну его загнобили на линии, на самом деле. Ну не знаю, рез надо было идти фармить. Да, стаки не банили, он мог спокойно выфармливать по чуть-чуть. Свен... Смоки. Да, прожимает смоки. Вперед. Не успела птица засечь, по-моему, а вот сейчас. Ну, разбили, ну, смоков все равно не видели. И сейчас Свен, поймает добрый Свена, вечер, Хекс. Да. Свен умирает. Ну, статик. Тут, идут к нему на помощь и Рики с Бестмастером, но понимаешь, что уже поздно. Статик лишний. Сейчас был. Он мог на центре пройтись Рики, но осторожно отошел. Сейчас можно ломать Т2, они только использовали один статик шторм. Магнус несет себе форстав. Верки 200 до аганима, она сейчас его купит скоро, вот после вышки. Гуля покупает себе почти дизолятор, металхаммер надо. Ну, Верки аганим сейчас через дам, через 200 будет, надо просто после забрать от тавера, отойти. Убивают Рошана и все. Если они пойдут на него, конечно.
Ну пойдут, конечно, сейчас просто заберут тауэр и отойдут. Хотя что-то. Ну, не, отойдут, отойдут. Ну, Рики здесь не видно. Т2 на топе. Активирует ВРК. Дабл дэмэдж. Ждет. Наверное, говорит тиммейтам, что подождите, сейчас полетит агоним. Так она его раны завязала, она где-то. Нет, там, там прошел тайминг в ботле. А. ДД само использовалось. Рики! Рики бежит. Рики тут инфу дает. Палит. Сейчас. Зачем? Леон. Нет, не подстрелил. Чему он вкачал? Хорошо, если это Рики такой, как, ну, суппорт, чему он вкачал инвиз на 4? Нахрена его вкачает тучу на 4, уж что-то чушь там. Непонятно тоже. Т2 забирается на топе. И дынает Разор. Хорошая игра от Разора, но... Все равно там. Сколько за вышку дают на всю команду? А, ну если задынаяли, сотни. Нет, вообще, если ломаешь, когда? Ну там что-то по 200, ну я там пики не считаю. Так, похоже сейчас хотят на Рошана пойти, сейчас подожду дезолятор на Гуле и... Могут убить Рошана. Что у Гули? У Гули, блин, у Гули вообще идеальный, все просто отлично. У него барабан, смотри, у него на 25 минуте. У него барабан, у него армлет, у него Саша Яш, еще Дезоль. Да, у Гули общая ценность топ-1, у него 13 тысяч голды, потом идет ВРК 11700, у Свена 9300 всего лишь-то. Он зафармил один раз свои стаки. И зачем тогда, вот, не знаю, покупал он доминатор, если законтрили просто одним вардом этих эншотов. Да, почему не сняли ничего? Завардили полностью на Рошане этот промежуток. Сейчас будут его забирать, наверное. Все, уже есть дезолятор у Гули, остается только принести. Покупает, ой, продает он щиток. И сейчас будет заход на Рошана, но... Свен хочет сделать себе БКБ. Покупает Сенжи, думал сделать Сашу Яшу, но... Нет, так он купил уже, алло, он купил уже Сашу, а что он, как это, зачем? Надо было сразу тогда БКБ делать, ну, непонятное решение, на самом деле. Ну, все равно, что-то ошибок. Не особо тут бить, если он даже прожмет БКБ, то Магнус его РП, и все, и Гулю с Уркивью с ВРК убьют. У него Аганим, у него очень много ДПС и 16 уровень. Да не, его БКБ не спасет здесь. Да, здесь очень много физ урона, у Гули к тому же дезолятор. Ну, если Варкрай, конечно, он вовремя будет прожимать, то будет как-то сейвиться, но... Он просто просел по голде. Хотят в смоках поймать какого-то героя и потом зайти на Рошана, чтобы не рисковать. Все, решили сейчас начинать уже бить. Ну, не пойдут они на Рошана. А нет, прожимают смоки команды тьмы и думают пойти на Рошана. Ну, что-то они не решаются идти, но все. Сейчас... Даст вижн. Рошан упадет. Очень поздно, очень поздно. Рошан падает, надо разворачиваться. Да, все, нет. Рики, так, что-то непонятно происходит. Они хотят здесь драться с Аегисом. Видят всех, да, Разор пошел. Ой, статик просто шикарный, тучка сбрили. Дизраптор успел поставить статик, но это конвейер. Сейчас здесь все просто посыпятся. Кстати, ни хрена подобного, Найкс-то умирает, это минус 2. Да. Бесмастер на лоу хп уходит. Минус 3. Нет, добил его Магнус. Где Свен, где Свен, вот Свен. Терять Аегис, у нее нет Виндрана. Ну, Свен, тычка еще. Кого ультанула ВРК, непонятно. Я не понял. Туча и все-таки погоня пытается добить Свена, и Свен скорее всего Виндран, здесь сейчас... Виндран, жми, друг. Давай. Все, да, убила и будет сейчас разматывать тут команду. Непонятная позиционка от команды Света, и они Рики, могут Рики режет, почти режет. Потерять все свое преимущество. У Рики 200. Да, тучка, вот эти мясы неприятно. Хоть он вначале был бесполезен, но сейчас он себя реализует. И пауза ставится у нас. Team Talk, похоже, решил сделать команда Света, потому что... А нет, Reconnect. Рики покупает себе ПТ. Может сейчас купить себе, не знаю, какой-то алебарду, может, против ВРК. ВРК еще БКБ. А нет, она уже купила Огр Клаб, она будет варить себе Блэкин Бар. Ну, Рики сейчас покупает себе ПТА, а что ему дальше варить, я просто не представляю. Свена почти есть БКБ, остается рецепт. Ну, они так закинут игру.
Ну, лейт спорный, очень спорный. Рюки 5500. Рюки 5500. Ну, в плане нетворса. Отыграли они по голде ну, где-то... Ну, тысячи три, не больше. Ну, открой графики по голде. Тут где-то косаря 4. Очень... Не, где-то косаря 2, ты косаря 3. Ну, ну как... да. Лучше да, бы да, отдали да, Аеге да. Все-таки Гули. В Эрке то хоть какие-то эскейпы есть. Она там, не знаю, Виндра не может убежать. Блинк есть. А Гули, если поймают, то все, он не уйдет. Там некого было залазить, ни крипов, никого. Ну, Статик Шторм, кстати, был всего лишь-то в одного Рзора. Он там все равно потом отошел, ульт кастанул. Ну, там он... Он когда статик был. Лежит, замеси, хорошо лежит, он просто тупо мешает. Меку не взял, похоже, разор, КД нету. Или что-то пропустили. Еще один дисконнектед в эрке. Witch Doctor почти имеет аганим, кстати, 400 голды остается. Если не будут фокусить Witch Doctor, он может один убить всю команду. За один вард. Проблемы с интернетом у Найкса. Ну, неприятно будет, конечно, если он сейчас не сможет вернуться в игру. Базы все-таки у нас тут ограничены. Ну, Разор, вот Разор довольно хорошо отстоял мид. Ну, посмотри на Нетворс. Нетворс, ну, имеет как Магнус почти, ну. Но он лучше мид отстоял. Как бы. Он выиграл, по сути, мид. Разор? Да. Ну, он хорошо отстоял, но в итоге он просел просто желтый. А на творчестве не скажешь, просто Разори, он, не знаю, теряет что ли свою ценность со временем. Если у него нет итемов в лите, он бесполезен, тем более с мекой. Если бы он купил себе какую-то Сию, Вангвард, не знаю, там, Вангвард против Эрки очень хорошо заходит, но там дизелятор есть, так что это спорное решение такое. Ему нужен был Аганим тогда уж, он режет армор героям. И еще тавр можно пушить, тавра пушить. Да, ну, очень много ошибок в игре. Как бы прям море, то есть таких прям пьющих. Ну, команды света они лучше подпушили. Там ни одного Т2 нету. Так что... Что еще? Дайр могут откомбачить, в принципе, там еще. Этим товара сейчас будут кушать. Ну нельзя, конечно, ну блин. Просто Найкс против Свена в глубочайшем лейте, он Свена, конечно, проиграет. Он слишком сильнее. Ну, если он... еще Верка, не забывай. Да, есть Верка. Если на купе какой-то Дайдалус, будет очень больно. Но здесь и нужно купить МКБ против Рики, чтобы не миссовать, если на него будет тучку кидать. Лучше купить вообще БКБ и все. Там дамажить сможет только, не знаю, Свен и то под виндраном. Виндран, конечно, не вечный, сколько? 6 секунд. Но этого хватит, чтобы убить Свена за ульт под виндраном. Бестмастер имеет почти вторые некра. Ну долго-долго пауза уже стоит у нас. Ну, есть вариант, что Були не вернется. 4 в 5, да. Может быть. И бы скорее будет неприятно. Нет, это все. То есть, если бы я играл, я бы все, я бы не смотрел. Это бесполезно. Посмотрел только что его профиль, он в игре, но пишут, что не коннектится, не получается почему-то. Ну а что в таком случае делать? Пересоздавать сейф? Я не помню как. Я не знаю. Ну тут как там. Вот в этом я реально, то есть вот это я реально не шарю, то есть как здесь это решать. Здесь ремейк мало кто умеет делать, да и сам не знаю. Это на каких-то более крупных турнирах там админы знают, да. Как это делать. Ну раньше, да, есть было такое, что брали. Там переигрывали момент. Дизраптор, Глиммер нужен. Слушай, ну у нас серьезно сейчас катка может закончиться. Так, ну давай мы как-то разрешим этот вопрос.
пингует по товарам что-то. Потому что как бы 5 минут, то есть пауза, по сути, 5 минут, всё. Нет, там 3 паузы по 1 минуте каждая, но уже 3 минуты прошло. Ну вообще, то есть если ты, ну, подождешь 5 минут, если у человека реально проблема, как бы ничего не будет, а вот дальше это уже, ну, ты задерживаешь... load screen... Но у меня было сегодня такое, я меня не пускала в рамки, просто тупо не пускала, точно так же не реконнектила. Ничего не помогло. Пока я не покинул игру, ничего не помогло. Лучше бы фиксили старые баги, они вводили что-то новое. Все же. Вот эти вот, когда только кончилась стадия пика, игроки берут своих героев и их выкидывают с лобби, получается. Им приходится заново коннектиться. Такое. Ну что-то с серваками. У Valve что-то с серваками, потому что сегодня не только Dota лагает. И не только сегодня, и также CS лагает, не пускает, вылетает, игры не находятся, с очереди тебя сбрасывает. Короче, полный капец. Ну не хотелось бы, конечно, чтобы эта катка вот так сейчас по завершилась. По реке уже кантри почти нету, только две пачки тестов. Подключается, вот, подключается, да. Да. Что, продолжится игра у нас? Да, продолжаем, продолжаем. Все-таки Гуля пришел, ситуация у его команды не очень. Покупаются третьи некра. Нет, вторые, вторые. Вторые, да, вторые. Слишком поздно, без мастера. Он по нетворсу, как Рики, блин, имеет, и то Рики. Только с файтов что-то имел. Но все же. Рики медальку купит. Медальку? Шоколадную медальку. Хочет сделать, похоже, он... Ну, соляру, наверное. Да, Solar Crest хочет сделать. Аганим появляется у Вич Доктора, и... Вот с этим уже можно... с вражиной говорить. Ну, там... Блин, я не понимаю, как так получилось, что... Что, Рики, да? Внес какой-то импакт, все же занес. Ну, у него, во-первых, 1.7.10. Вот, это раз. Во-вторых, не понимаю, как он смог... Ну, только что сорвал стрит-сверки на 900 голды, ему неплохо уже стало. Стоит центряк сверху тут. Сверки, кстати, аганим. У нее аганим, сейчас будет БКБ какой-то. Опять же, что не варит массово БКБ? Ну, не могу, не массовый. Чё ты на Свена засмотрелся? Верки-то как БКБ вы можете? Помочь? Никак. Не, она поможет здесь, в принципе. Да, ну... Не, ну, конечно, ультра Зора сквозь БКБ, без мастера ульт сквозь БКБ, Вич Доктор тоже сквозь БКБ. Виндран вот лучше как бы помогать, не знаю, что нужно было бы здесь, ну, линку, купить. Линку надо. Ну, линка... Можно... А, мне дозоль есть. Там сбить можно же тоже, так что... Не знаю, не, надо было... МКБ как вот самый нормальный вариант, МКБ. Против Рики и... Не, ну в Эрке, во-первых, надо чуть выживать, пока БКБ не даст. Что? Она как отгребала, так и будет. Вообще Хекс, вот, и жир, и, в принципе, статы. Не, ну Хекс это такой... Можно хотя бы. Не, конгрешо принять. Учитывая то, что у Свена сейчас появляется БКБ. У него есть уже БКБ. Да. Сейчас он докупит себе Сашу Яшу, которую не купил в начале. Потом возьмет себе какие-то криты, может даже саблю, если захочет, и будет уже отрывать лица. У Разора тоже, кстати, появляется БКБ. Уже хоть что-то. Контроля у команды света как там маловато. Одно РП и все. Где дизраптор? Ой, господи, какой дизраптор? Что я несу? Тоже делает себе аганим, понимает, что нужно не давать прожимать БКБшки.
У нас пошел скан под Wizard и у нас в смоках На команда бот FromGod. стягивается FromGod, и сейчас они поймают VR-ку. VR-ка, добрый вечер, Виндан прожала, бежать, даггера-то нету без мастера, и надо все разворачивать, отсюда увалить. Что-то непонятно, почему Разор идет первым? Хотя у него нет ни стана, ничем он цепануть не может, хотя бы... Да, странное решение, Гуль... А где Рейдж? Что-то Гуля не доигрывает, как-то не хватает. Парни РП в ноль, боже, Куль, что происходит? Свен спилил одного. Сейчас еще умрет и Магнус, и ВРК, возможно. Нет, ВРК на блинге уходит. Поймает ли он или нет, они его не нашли. Он делает ТП в кустах. Это минус Т2. Бэкдори Т2 просто. Это минус... Нужно подойти, у него огромная тычка. Минус хардлайнер и минус керри. И сейчас надо убивать Т2 и дальше. Они да, идут. Подняли еще 2000 голды. Что-то какой-то конвейер пошел. Качели. Еще, ну, БКБ. Еще ВРКи БКБ, ну, ВРК. И третий накрат. Да ну, ну, реально, шоу Разор первый, и что? На фонтане что-то. Ну, скорее всего, куплен, кому? Саппорту. Что будет делать сейчас Разор? Какой слот он будет себе покупать? Рики. Похоже, будет Апача Солар Крест, но пока непонятно. Ну не знаю, Разору тоже как Саша Яши нужно, хотя, наверное, уже бесполезно. Сейчас уже поздно, да. Агоним. Что-то, ну агоним, да, агоним. Агоним рефреш и, в принципе, ну скади вот норм зайдет. Статки или замедлять. Барду можно купить. Нет, ни одной. Вообще ничего нет, то на... Гули ничего не появляется. Леон хочет доделать Lotus Orb. Магнус пока... Что-то не реализует себя. Лучше бы он купил себе линзу, раз ему не хватает просто радиуса блинка. Да лучше бы РП в землю, вот это вот нехорошо. Может они делали ставку. Ему надо было лотар купить, и все. Как сейчас привыкли делать. Там не краше, как бы третий есть, так что. Да, это нет, лотар-то, чтобы. Он нужен, чтобы тебя не заметили на максимальном радиусе твоего блинка. То есть ты. Даже если, ну ты вот стоишь на максимальном раунде, ты видишь, тебя видят. Ты прыгаешь, и ну противник может среагировать, там что сделать. А в лотаре тебя не видно. Ты прыгаешь, ну, линза на Магнуса тоже хороший вариант, на самом деле. А чем? Ну... Она не увеличит радиус РП. РП не увеличит, но скьювер... Да. Ну, такое да, как бы. Да, скьювер увеличит, да, ну... Ну это лишний слот. То есть если бы у него был седьмой слот, возможно он бы купил. А так это как, ну, в дальнейшем в перспективе. Покупает Магнус БКБ. Не хочет он ходить в тучки Рики. Не только в тучки, там остальных много обилок. Бля, пушит. Свен докупил себе за Швияшу. Жоктор Аганим почти, Глиммер готов. Разор что-то бегает на стой, да фейтбот. Что у нас по графикам? По голде 6000, по XP тоже 6. Soul Crest появляется тем временем у нас у Рики, и пошел смог. Пошли добивать. Рошана еще не будет. Где-то, не знаю, вот... Ты... На минуту 2, наверное, минута 2-3. В ближайшие 3 минуты Рошан появится. Но пока хотят реализовать кого-то убить. Именно под этого, по-моему, будет Рошана. В Магнусе, да, они хотят что-то ну сделать. Ну что, Свен приехал? Они найдут Свена, да. А БКБ надо юзать, плохой статик. Вовремя, и... вовремя, но... Да, а вот это зря. Всё, нет, убили. Не зря. Нет, убили Свена, просто оторвали его. У Леона же есть даггер. Почему он не дал сразу хекс? Там же нету анимации. Просто... По-моему, он забыл, что у него есть даггер. А байбек? Байбек у Свена... Ну-ка. Байбек есть, байбек есть у Свена. Да, будет. Имеется байбек. Он ГДС не тратил, так что, в принципе, может байбекнуться, но у него БКБ КДшится столько же, сколько он рясается, так что без БКБ драться, но у него... Но нету РП. У Магнуса нет РП, это важно. Свен байбекается, Свен... Палка и Гуля умирает. Вот Гуля лучше как раз таки сейчас вот... Лотус Орба-то нет уже у Леона. Никто засейвить его не может. Никакого-то форстафа хотя бы, не знаю. У Магнуса есть форстаф, но он себя его дает, чтобы уйти. Не сейвит они своего кэрри.
какие-то грубые ошибки на самом деле. Да, можно было, конечно, с подфорстакой как-то 20 секунд и таймили, похоже. Нет. Или не таймили. Смотри, вот смотри, он сейчас уйдет и Рошан появится. Завел бы хотя бы кабана на этого Рошана, ну что ты? Вижоктор понимает, стоит. Что сейчас будет. Что будет Рошан сейчас. Смотри, но... смотри, вот что делает команда? Зачем давать скан на Рошан? Что он там стоит? Почнову ты не читаем или что? Почему нельзя просто отправить кабана на Рошан? Всё, Рошан. Все равно есть еще один кабан. Ну, решают они забрать Т2, но... Сейчас треснется Гуля. Рор скоро будет готов. РП через 5 секунд. Ну, Магнус на топе, у него ТП 20 секунд КД. Так что сейчас пока не нужно начинать драку без Магнуса. Похоже ли он... Нет, он просто подкопал. Откидывается скиллами. И есть ли у них инфа, что по ресурсу за Рошан? Потому что Вижоктор там стоял и потом ушел. Нет, на топ ТП хочется дефать. Птичка же есть без мастера. Где она летает? Ну, он не как-то так себе контролит. Где птичка? Бывает, вот только кабан бегает вот здесь, все. Птичка вот здесь вот. Да. Не доконтроливает он своими сумонами. Покупает смок, ведь Доктор, похоже, понимает, что Рошан появился сейчас. Возможно, пойдут на него. Свен себе что-то купил, что у него в курице? Нет, он ничего не... Нет, он вайбекался точно. Рикки будет делать диффуза себе. Разор купил, ну, БКБ и все, но дэмэджа у него никакого нету. Только вот если высосить вторым скиллом. Прожимают смоки. Идут в сторону Рошана, но... Рикки, зайди ты на Рошана, ну, проверь, возьми иллюзию. Ну, нет, там видели, что Рошан... Почему он не берет руну иллюзии? Ну, боится полиции. Мало ли. Центри... У них сейчас вообще ни одного центря не стоит. Да, Рикки отпустили, что-то перестали против него покупать варды. И как-то Рикки совсем прям ожил у него. Да, только вот и досты по одному дизраптора Леона. Дизраптор покупает Аганим. Гули 3600. Имеется байбек. Сейчас он залезет, наверное, в Магнуса. Что-то идут они. Как-то странно. Вражеский. Надо давать бес, хороший вон. РП. Если будет РП в одного, как обычно, то скорее всего замес опять будет проигран. Странный скан. От силы тьмы что-то они не туда кинули его. Гем покупает Магнус. Вот так решили сделать. Ну какой-то... Ну все, Рикки чекает Рошана, да. Все, есть инфа, что есть Рошана, что сейчас будет. Не, они знали, что есть Рошан. Что-то... Ведь доктор оставался, он видел, что там Рошан. Нет, он ушел. Он ушел в последний момент. Не-не-не, они ушли, ведь доктор потом зашел, он видел Рошана. Они знают, что есть Рошан. Идут визарды тоже на Рошана. Будет нету, смог. Нету а вижена, что они смог? Идут. Рикки не там стоит, но гем-то имеется у Магнуса. Рикки, сейчас будут ловить Рикки, или он пошел чекать. Поймали иди. Рикки, только РП не давай. Не да. Знаю, там кольцо и, ну, Рикки сейчас погибнет. Он все равно погибает, да, но команда не успела прийти вовремя. Что-то они все сзади стоят. Свен мог просто с БКБ прыгнуть и сломать всем лица, но... Знаю, девич доктор. Похоже. Вот если сейчас будет хороший десвард, просто развалить всех тут, в узком-то проходе. Ну, Гуля надо, чтобы все зашли. Гуля стоит один, действительно не подставляется. Гуля пошел моментально, просто шторм сейчас грейд. Гулю, хорошо. Туда, кстати, шторм уходит. Нет, не уходит. Уходит, да, Магнус на 19 кп, дизраппер тоже лоу. Странно, как все умерли там? Ну Магнус... как, ну... Ой, Магнус. Хороший блин, статик был. Кайтит, кайтит их. Дизраптор на лоу хп убегает, есть вижен по нему, вард стоит, но... Это куда он станом? Куда он станом запилил? Верка что-то убивает. Верк связала минус бесмастера, а ой, можно ой. И дальше. А почему дальше не пойти? Стоит вард на хг. Иди около. Дальше, да, видит разора сейчас, да, надо убежать от статика. Ой-ой-ой, они убегают. Здесь есть помощь, если он. Нет, здесь ТП есть... на базу. Нет, нет, все, уходит. Нету у дизраптора хп не может. Как-то они дали рор в гулю, стерли гулю, а потом проиграли замес, хотя стоял. От Сварт, ну, Варта от Вич Доктора и что-то непонятное происходило в файте. Дизраптор закрыл там Свена и Бесмастера и
что он Fight Recap не успел посмотреть. Но опять скачки по графикам. Магнус, похоже, будет брать Аегис. Лучше подали Гули, у него же есть слоты. Подождали бы. Шива появляется у Разора. Странный выбор. Очень странный. Если бы он был на инту, да. Чего не Кирасу? Он думает, что хоть, ну, типа... Сколько тут снижение? Это... 40. 40. Да? 40 снижение 40. Атаки, ну... Такое. Замедление атаки Тауры 45, нет. Ну, замедление, ну... Такой выбор, так, такой все. Лучше бы все же взял Огним или Скадину. Верка... Ей вообще пофиг, сколько у тебя армора, она тебя там бьет под 0.23 или сколько там. Ну, то у нее появляется Даедалус, да, остается купить просто инкапейс. Стром выложила на базе Верка. Все же она взяла Аегис, а не Магнус. Опять отдают Верке. Покупает Куру вторую специально для Мейлстрома, сейчас повезет за собой. Гуля. Гуля еще все, ничего не купил. Ну, по нетворству он хоть... Не упал, но итамов у него нету. Свена нету ни сабли, ни кристаллиса, что-то такого, чтобы быстро убивать. Да, Свен совсем просел, но опять же он может хорошо. 240 крипов всего за 44 минуты игры. Как-то очень мало. Ну, не давали. Ну что, наверное, один из решающих у нас сейчас гангов. Магнус вместе с Найксом. А, не бафнули? Кузи. Не бафнули. Верку бафнули. Не, Гулю не бафнули, но он вылезет там и так все расставляет. Пытаются найти, но зажались фронгот на базе. Рики пошел, мясо. Рики сейчас может спалить смок, но смок кончается. А почему он боится? Ну так иди, ну что, ну пропали движуху, дай на развитие. Свена есть байбек, у Джектора нету там, Разор нету байбек. Нет, доступен, доступен. Тоже прожимают команда фронгот смоки, но... Пытаются контр-атаковать. Под веточку пошли, Рики сейчас будет. А Бестмастер-то не с ними? Они идут четвером. Не, ну Бестмастер нормально сейчас ворвется, он видит ВР-ку. И сейчас могут поймать Магнуса и Дизраптора. Все. Дизраптор приплыл, Магнус приплыл, Гуля приплыл, все. Это минус 5 сейчас. Хотя нет, умрет один Бестмастер. Ну в ВР-ке есть Аегис. Ну 3 в 1, размен, надо идти забирать просто. Д4 сейчас, да и все, и закончить. Ну, очень хорошо поймали. Там все разбежались? Найс. Был вижен от птички. Кура с Мейлстромом вообще стоит вот уж. Вообще, не знаю, что он хочет. Леона он может... А, нет. Гему Леона. Идут они на Т3. Что-то опять каким-то камбэком пахнет. У Гули есть байбек, но он не будет его делать, наверное. Слой, так, Свен в Леона ворвался и как бы вот он погиб. Лотус пока, кстати, Лотус что-то был, он кидался вообще в прошлом замесе или нет? По-моему, нет. Я не заметил. Ну тут два саппорта остаются, а что это? Это... А почему один Рик дерется? Почему не помогут? Ну вот Свен пришел без ГДС. Он с ГДС, сейчас еще БКБ теряет, и... Палка пошла, но нас сейчас тут всех уничтожат. Не подкоп хороший, но... Слушай, ну они сейчас здесь всех убьют. Они Гули просто умер. Всех убьют. Есть пейбэк у Гули, но... По двумя БКБ. Сбили Разору ТП. Рики погиб, гем потеряли. Разору тоже умрет. 4. Кто пейбэкался у нас в итоге? По-моему, никто. Никто не байбекался, да. Просто какой-то, нет, знаешь... Нет, Леон байбекался, только Леон. Ну, Леон, ладно, байбекнулся. Он вначале поставился же, когда его Свен убил, где бараки были. Ну, он хорошо сбил вард, бич-доктору позволил там подтараться. А Стиллер снова вылетает, и, в принципе, это по правилам, как бы, паузы больше нет у команды. Да, продолжаем игру. Паузу. Зор кто начинает драку, тот и выигрывает ее. Так вот. Разор выкупается, и придется драться сейчас, не знаю, как доигрывать, придется пулю контролить.
Могли поймать без мастера, но... Видишь, на кого вообще мигают? Да. Не ультанул без мастера, он отблинкнулся почему-то. Море ошибок. Вот мы смотрели прошлые две катки. Да, были тоже непонятные мувы, вообще непонятный размен тронами, но столько ошибок не было. Мискоммуникейшн просто... какой-то. Да и не то чтобы там. Да, вот сейчас окей, допустим. Какая дизинфайт? Ну ты видишь, что чувак заходит на ХГ, у тебя есть террор, ты видишь, что у тебя рядом стоит разор, почему ты не даешь ульт? Чего ты боишься, не понимаю? Там еще были три героя в таверне, наверное, из-за этого он решил отблинкнуться. Лич Доктор покупает лотар. Там есть Гемулёна, но... У Магнуса есть... В ботле инвиз. Могут они с Гуля поймать, но... Что-то не рискуют. Гуля уже... Проигрывает Свену по нетворсу. Не прибавляется у него витамов уже минут 10 как. Никакого башера, ничего такого, ни керасы. Че, у Гуля вообще ничего нет, да? У него 4200, не знаю, что. Свен хочет купить себе МКБ, но оставляет на байбек. Сколько у него стоит байбек? Ну, байбек нормально. Рефрешер. Но вот этот рефрешер может потащить игру, если он все правильно сделает. Ну, Магнус как-то подставляется, ему нужно стоять сзади. Нужно, чтобы, не знаю, начинала ВР-ка, у нее есть блинк БКБ. Гуля прыгает в эрку и начинает драку, а не Магнус. Он, если Гуля залазит Магнуса, и вот как тут был типа файт, просто ничего не сделал, Магнус умер. Зашейкал и все. Идут они по топу сейчас. Будут забирать Т2. Рики купил диффуза, у него такой сбор такой интересный. Сейчас он хочет купить, похоже, Абиссал, контрить от какого-то героя. Не, ну до Абиссала не дойдет дело. Далеко, да, вообще. Сейчас закончится, вот сейчас, в ближайшем замесе. Разор-то без байбека, если сейчас он умрет. Ну идет такой размен, я думаю, что Свен и компания пойдут до конца, у них дэмэджа-то побольше. Так. Да, они пойдут до конца, есть... все, есть ГДС, есть Некра, они снесут это все быстрее. Почему они идут Т4, дальше? Идут что Т4, вы делаете? ВР-ка, ломает Т4. Ой, ну это опять размен тронами пошел, боже мой. Ой, пришел дизраптор, но он здесь ничего не сделал, он только вот так вот, да, поставит, то поставил так. Криво команда стенку, визор, боже, а там падает. БКБ сейчас прожмет ВР-ка, все, ё-моё. Это минус трон. Что за непонятные мувы? Я думаю, почему они быстрее? Как они смогли быстрее снести? А там ВР-ка просто ульт и дизолятор есть у Гули, а у них нету дизолятора там. Быстро просто сломали. Просто какие-то супер, не супер ужасные карты. Они даже не стали там бараки доламывать, сразу Т4 ломанулись. Просто супер ужасная катка, без комментариев. Куча ошибок, непонятные пики и... Каким-то образом ВРК снесла быстрее все это дело, чем Свен с ГДСом, Бисмастер, которые дают ауру и на краме, короче, какой-то... Ну вот такая катка, 1-4, я думаю, на сегодня действительно пора закругляться. Надо уйти по делам. Ладно, что, всем спасибо, кто смотрел. Всем пока. Кругляемся.